Колобок, гуси, лебеди, волк и семеро козлят. Знакомые всем с детства сказки, но мало кто знает, что записала и собрала их курянка Екатерина Авдеева в 19 веке. Сказки и сегодня выступают не просто как часть фольклора. Они учат добру и справедливости. До сих пор же снимают фильмы, где те же самые волшебные герои действуют в сказках. Они играют очень большое значение. Самое редкое издание, представленное на выставке, сборник Александра Афанасьева в 5 томах. Хранятся книги в особых условиях. Для этих изданий у нас специальное помещение, где, естественно, соблюдены все параметры сохранности. Это температурно-влажностный режим хранения, где соблюдается. У нас есть приборы, которых мы измеряем температуру и влажность помещений. Главная особенность этих книг – отсутствие литературной обработки. В сборники вошли 15 сказок, написанных в Курской губернии. Познакомиться с ними можно до 31 августа.